Вот здесь они поставили. Так украсили красиво. Нас уже год здесь не было, не получалось к нам приехать, в первую очередь из-за ситуации с ковидом. Но в этом году приезжаем к вам с двойной порцией эмоций и подарков. Как видите, арбузы вы наши уже знаете, мед, и мы в этом году немного разнообразились и добавили ко всему медицинскую аппаратуру и то, что тоже может вам очень сильно пригодиться и пойдет по-настоящему на пользу. Мы знаем, что такие встречи будут повторяться, потому что на самом деле это все очень взаимно и обоюдно. Когда сюда приезжаешь, то немало эмоций и увозишь с собой. Это не только для вас, но это и для всех нас надо. И мы очень рады, что и команда расширяется. Вот ребята-журналисты сегодня с нами приехали. Они и познакомятся с вами, тоже будут дружить в дальнейшем. Ну и расскажут красиво о вас и о вашем доме. Но хочу еще отметить, Наталья Николаевна, что какая-то добрая традиция стала каждый год просто видеть добрые сердца, очень добрых людей, которые просто-напросто помнят о тех людях, которые проживают сегодня в нашем доме-интернате. И каждый раз, когда вы приезжаете, мы становимся, наверное, богаче на теплоту ваших сердец и на ваше внимание. Чувствуется вот именно забота о всех, кто здесь живет. А это самое важное, когда человек любит друг друга, когда заботится друг о друге, дарит теплоту своей души и находится рядом. Теперь по традиции приглашаем отведать чаю нашего. Проходите. Инструктор, столько реабилитолог, вот почему всегда нам. Кому тяжело уже самому ходить? Это делали самодельцы, рукодельцы нашего. Вот такая куколочка. Это оберег, Николай. Да, это именно от всего. У нас целые мастерские, где именно они своими руками делают вот эти вот куклы. Смотрим на фотографа. Улыбаемся. И еще раз. Три. Еще попрятались сразу. Богом счастливо. Спасибо вам большое.